пометуя о том, что все не случайно, хочется дать руну, которая бы означала неизбежность, неизбежность победы. Как говорил Танос, сама неотвратимость. Это руна анти-три шестерки. Все знают мудру три шестерки. Вот она. Ну, в общем, оно, если сделать две шестерки, то можно вот так вот сложить. Это руна неизбежности, это восьмерка, вечность. И все реальности вот так вот в пространстве вариант складываются, чтобы образовать восьмерку, бесконечность. Если сложить вот так вот пальцы в мудру, то понимаешь, что все, что не делается, все к лучшему, все связано со всем, и победа неизбежна, потому что все только начинается. Чувствуем потоки, работаем вот так. И в конечном счете мы победим.